Для того, чтобы работать с требованиями к различным нормальным формам, необходимо определить понятие функциональной зависимости. Функциональная зависимость описывает связь между атрибутами внутри одного отношения. Если мы говорим, что один атрибут функционально зависит от другого атрибута, то это означает, что для каждого значения первого атрибута соответствует только одно значение другого атрибута. При этом для какого-то одного значения второго атрибута у нас может быть несколько значений первого атрибута. Детерминантом является атрибут, от которого полностью функционально зависит некоторый другой атрибут. В самом простом случае детерминантом является первичный ключ. Если у нас есть, например, отношения с сотрудниками, то первичный ключ идентификатор будет детерминантом, а имя сотрудника будет зависимым атрибутом, который полностью функционально зависит от данного, от первичного ключа.